Бывает, ребенок способный, но очень рассеянный, и это мешает ему учиться, так как он не может сосредоточиться на предмете, а все время что-то теряет и ищет то ручку, то тетрадку. И именно поэтому еще в дошкольном возрасте мы должны развивать у ребенка память и внимание. Почему очень часто люди ищут очки, которые у них на голове? Да потому что в детстве они мало играли в игры, которые развивают внимание и наблюдательность. А я знаю одну очень интересную игру в спасателей. Она понравится вашему ребенку. Вы должны продумывать разные ситуации, где юный спасатель приходит на помощь. Вот в этом домике у нас живет медведица. Двое ее детей ушли еще утром гулять и до сих пор не вернулись, а время 12 ночи. Суть игры проста. Прячьте какой-то предмет, и ребенок должен отыскать его. Но главное условие – спрятанное должно быть на виду. Да. Алло, алло, это служба спасения? Да. У меня дети пропали. Хорошо, вылетаем. Зрительная память – нужное качество, которое пригодится и в учебе, и вообще в жизни. И радует то, что ее можно совершенствовать, играя в такие простые, но очень веселые и интересные игры.